В суд поступило исковое заявление от собственника дома к подрядной организации, которая осуществляла капитальный ремонт жилого дома. Согласно договору, подрядная организация брала на себя обязанность выполнить капитальный ремонт данного дома с полным соблюдением требований нормативной документации и свода правил. Ну вот на фото номер один этот дом. Как мы видим, здесь установлены пластиковые окна, скатная крыша. Но я обратил еще внимание, что, к сожалению, никак не могу увидеть трубы, ни вентиляционных каналов, ни домовой трубы, ничего нет. Вот вы посмотрите на крышу, там все, так сказать, ничего не видно. Я смотрю внутренности дома, я сразу обнаружил, что в доме имеются многочисленные следы сырости и плесени. Вот на фото номер два хорошо видно, как в уровне потолка, на обоях многочисленные наслоения плесени и сырости. Вот на фото номер три аналогичные также наслоения в угловых соединениях, в уровне сопряжения потолка, на обоях следы плесени и сырости. Также я обратил внимание, что вентиляция выполнена в виде из пластмассовых труб, в виде таких круглых, и по контуру, значит, вентиляционного канала также имеется плесень и сырость. Вентиляция вот так открытая, ничем не закрыта абсолютно. Вот. При замере работа вентиляции, выяснилось, что вентиляция работает не на вытяжку, а на приток. То и произошло опрокидывание вентиляции. Вот еще один вентиляционный канал. Мы видим, что вокруг него также сырость и плесень. Когда я стал осматривать вентиляцию, куда она идет, оказалось, что она выведена в чердачное помещение дома. На чердаке расположена труба, выходит вентиляционная на чердак и закрыта железной банкой, на котором пробиты гвоздем три отверстия. Конечно, никакая вентиляция это не обеспечивает вентиляцию квартиры. Устройства подобного рода. Кроме того, на фото номер один вы видели, что там пластиковые окна, очень плотные, с двумя контурами уплотнения, никаких вентиляционных клапанов не установлено, то есть приточной вентиляции в доме отсутствует. Для вентиляции дома, значит, вентиляция осуществляется не на вытяжку, а на приток через вентиляционные каналы. В результате влага, которая скапливается в доме, не удаляется, а наоборот, она все больше и больше скапливается в доме и попадает на стены, где она конденсируется, и в доме образуется сырость и плесень. Заключение, которое я написал, вина возложена на подрядчика, который осуществлял ремонт с грубыми нарушениями строительных норм и правил, и суд принял решение о взыскании с подрядчика всех денежных средств, которые необходимы на ремонт дома, а также обязал его выполнить вентиляцию в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.